Знаете, что у нас там делают, друзья? Вот видите, такое серебряное сооружение стоит, вот это вот, которое, да, вот сейчас вам пальцы покажу, вот это вот здесь вот, да? Они что-то собирали, собирали, думаю, что они там собирают? Подошла к ним, спрашиваю, а что вы тут делаете? Они говорят, цели два станцию устанавливаем. Вот, видимо, они собрали эту станцию, да, и сейчас будут поднимать на крышу, на наш дом. Ну, у кого, наверное, мобилки. Теле2 – это мобильная связь. Ну, кто вот на Теле2, у тех, наверное, мобилки сейчас будут брать лучше, потому что здесь Теле2 нас вообще не брало. Поэтому мы перешли на биты. Биты здесь более-менее нормально как бы берет. А Теле2, когда мы были, к нам не могли дозвониться, мы все время были не в зоне. Ну, вот видите, ставят станцию. Всем привет, дорогие друзья! Я вас всех приветствую на своем канале. Я как истинный блогер должна все зафиксировать и все вам показать. Стою здесь такая, как любопытная Варвара. Мне, конечно, не очень любопытно, но я же должна вам показать. Вчера мы с Молькой здесь гуляем, и я к ним подошла. Мне так было любопытно, ну что ж они такое делают? Подошла, все-таки спросила, ну сказали, что станцию ставят, да? И вчера мне так за Мольку было стыдно, ребята. Гуляю, я с ней гуляю. Ну, я решила ее с поводка отпустить, думаю, пускай побегает. Я в последнее время так уже делаю. Я смотрю, она от меня не убегает. Нормально. Тут мимо проходит лайка. Моя Молька разворачивается и бегом к этой лайке. И на нее набрасывается. Ну, как набрасывается? Не набрасывается, физически нет. А подбегает и начинает на нее лаять. Как сумасшедшая, господи, как мне за Мольку было стыдно. Я говорю, Моля, ты, оказывается, у меня злая собака. Представляете? Она как бы на нее не набрасывалась, потому что лайка там в два раза больше ее. Она как бы ее и боится, и в то же время на нее лает. Вот представляете? Моська лает на слона. И все, я говорю, Молечка, больше ты с поводка не отпущу. Но мне было очень стыдно за ее поведение, вот честно. Встретила соседа, говорю ему, вот будут Теле2 станцию ставить, да, а он говорит, вообще, говорит, обнаглели. В прошлый раз, когда, говорит, ставили, ходили, подписи собирали, разрешение спрашивали, а сейчас без разрешения, без подписей жильцов ставят. Вот такой большой-большой экран, видите? Ну, наверное, я не знаю, это влияет, наверное, как-то на здоровье наше или не влияет все эти волны, а, ребята? Как вы думаете? Говорят, что это не очень хорошо для здоровья. Но в то же время же сейчас везде эти станции ставят. Уже что ли подняли выше? Да, все подняли уже. Я все пропустила, пока пылесосила. Уже подняли. Так хотела посмотреть. Ну ладно. Вышли гулять с Молечкой, и у нас такой ливень прошелся, где-то 5-минутный, все мокрое, до сих пор немножко капает. Вот как мне идти с Молькой гулять? Сразу дождь. Выглянула в окно, ливень закончился, дождь вроде закончился. Думаю, ну пойду погуляю с ней, вроде так небо посветлело. Пока собираюсь, опять уже начал капать дождик. Хорошо без рукавку надела. Одну такую штуку, станцию, да, не подняли наверх, а другую здесь внизу, что ли, оставили. Смотрите, куча проводов. Это, скорее всего, они старую сняли. В общем, обложили нас всякими станциями, Теле2, биты, чем только не обложили. И будут вокруг нас волны гулять, летать. И вон там стоит какая-то, видите, вон еще станция. Ну, уже и солнышко выглядывает. Мой сегодняшний завтрак. Яичница с бекончиком, огурчик, вот такой вот хлебушек. Зажаристый, но сыр не плавила. Ну и, конечно, капучино. Всем приятного аппетита, друзья!
слышите, собака сходит с ума. Это мы сейчас едем. Она хочет ехать вместе с нами и носится. Но мы ее берем с собой, потому что как ее не взять, да? А хотим мы поехать, знаете, куда? В Сенукай. Мне надо там кое-что посмотреть. Потом, когда в машину сядем, я вам скажу, что посмотреть. И просто походить. Давно мы там не были. Так, в чем я одета? Ну, свои штанишки Зара. Обувь тоже Зара. Очень удобная обувь, короче, просто я обожаю эту обувь. Вообще мне вот заровская обувь очень подходит, да. На улице у нас, ребята, ураганище такое, хотя солнце, тепло, но ветер просто сумасшедший. Ладно, сейчас едем, муж уже меня зовет, это в машине поговорим. Да, о, Копина, ну, Молечка, ну муж уже одевается. Ты не понимаешь, что мы одеваемся, или не понимаешь? Не, она не понимает. Она сейчас дома останется. Сейчас кто-то дома останется. Поздоровайся. Привет. Вот, главный. Главный. Тише. Она тоже поздоровалась. Молька тоже поздоровалась. Короче, друзья, куда мы едем? В общем, помните, в одном из видео я вам говорила, что хочу ящик для картофеля. Что я видела на Алиэкспресс, дорого стоит. Говорила, что 50 с чем-то, это без доставки, с доставкой 60 с чем-то. Но я сейчас посмотрела, это за два ящика. За один ящик посмотрела, там 30, около 35 евро. Но за пластик платить деньги такие не хочу я. Короче, я сделала скриншот фотографии, в гугле набрала, вставила эту фотографию, найти, купить в Латвии. И что вы думаете? На 220 лв этот ящик стоит 14 евро. Представляете? На Алиэкспресс дороже, чем у нас получается. И вот не всегда с Алиэкспресс товар вы можете купить дешевле. У нас можно найти дешевле. 14 евро всего у нас один в один. Просто цвет немножечко другой. Я вам фотки вставлю, да, если не забуду. Ну, сейчас мы решили поехать в Касанукай. Там же тоже всякие разные ящички есть. Ну, вот, хотим походить там, посмотреть. Ну и вообще мы давно там не были. Хотим сесть в этот магазин, посмотреть, что там вообще новенького появилось. Мы там уже, наверное, не знаю, больше чем полгода не были, да, по-моему? Ну, даже больше, чуть ли не год, наверное, мы там не были. Да, где-то год не были. Вот хотим, давно хотели туда сесть, сейчас поедем. Ну, если не найду там косинка ящичка этого, ну, тогда закажу на 220 ЛВ его. Хочу туда картофель, лук складывать. Вот. Он небольшой такой, нам большой и не нужен. Буквально такой, а то мы с вами держим это картонные коробки, мне очень как бы нравится. Хотя мы покупаем картофель так, чтобы сразу приготовить, чтобы не оставался, но иногда остается. Поэтому хочется что-то такое красивенькое. Вот такая у нас погода. В принципе, сейчас сидим в машине, очень жарко. 24 градуса, просто очень сильный ветер. И туча такая, как будто бы, да? А может полить немножко? Ну, не знаю. Обещали дождь сегодня, не обещали, не знаю. Главный покупатель. Нам надо видеть, знаешь, куда? Где пластик, да? Где эти коробки. Ну, заодно давай погуляем, посмотрим, что здесь есть такое еще интересное. Душевые кабинки. Одно время мы хотели душевую кабинку, а теперь, я думаю... Наверное, нет, потому что многие, кто поставил душевые кабинки, жалеют, что их поставили. Когда я так вот читаю иногда отзывы. Сейчас такие глубокие ванны стали делать. Слушайте, в этой ванной можно утонуть. О, взяли музыку, врубили не вовремя. Точно, здесь утонуть можно в этой ванной. Ужас. Хорошие пуфики. С картой клиента 11 евро, это 20 евро. Это такой большой. Ой, кстати, вот мы все хотим какой-нибудь купить. Пуфик. Только вот большой, классно. Это тоже нормально. Где-нибудь в прихожей, знаете, когда надо обувь надеть, особенно зимнюю. Так, ой, все перепутала. Короче, вот так вот все ставится. Серенький, хороший. Как всегда, конечно, холодильнички надо посмотреть. Слушайте, подорожали, что ли, они? Все дорожает, ребята. Мне кажется... А, тут с картой клиент... Ой. Ага, 1500. Мне кажется, он этот стоил дешевле.
Ну, вот у меня LG холодильник. Уже больше 20 лет стоит. Очень хорошая фирма LG. Ну, такой вместительный. Люблю, когда вот здесь много места. В нашем холодильнике вот резинку надо менять. Ребята, вот можно резинку поменять? Кто скажет? Потому что у нас резинка уже такая вся дырявая. Если можно поменять резинку, скажите, пожалуйста, куда надо обращаться? И где взять эту резинку? Или мастера сами резинку берут, где-то достают? Тоже LG. О, люблю, когда это... А как сэндер? Можно отдельно открыть здесь или нет? Нет. А, вот здесь, наверное, отдельно открывается. Так, не поняла. Не открывается отдельно. Ну, по идее, нет, должно открываться вот. Не знаю пока как. Да, вот там резинка, он должно открываться отдельно. Тоже LG. О, хороший холодильник. О, это лед, по-моему, делать. О, супер. Вот такой, да, нормальный. Тоже в морозилке места много. Очень даже хороший холодильник. Тоже здесь много места. Ой, какие тут вообще широкие полки. Нет, этот классный. Так, стоит он 1500. Этот холодильник. Но только не знаю, как открыть эту часть. Тук-тук. А, это чтобы свет загорелся. Тук-тук, видите, тук-тук. Да, ну как тебе, родной, открыть? А, вот, все, поняла. Инструкция для особо одаренных. Это для меня. Вот как открывается, когда надо что-то достать, какую-то бутылочку. Вот так вот. Вот хороший холодильник, это нравится мне. Со стиральной машиной я тоже определилась. Я буду покупать LG, когда моя накроется. А судя по всему, накроется моя скоро, потому что у меня уже не всегда отжимс срабатывает. Но когда занавески стирала, это очень даже помогло. Не надо было гладить занавеску, где в спальне, которую стирала, когда не было отжима. Ну вот. Ну, там немножко отжала чуть-чуть, да, чтобы вода там совсем не стекала. Но не так, чтобы насухо отжимала. Уже накрывается, накрывается потихоньку. Но пока полностью не накроется, покупать не буду. Samsung холодильник 2059 стоит. Ну, не знаю. Так внешне мне нравится. Подходит под мою кухню. Мне нравится вот это вот. Сделано как... Но LG, наверное, лучше. Потому что здесь как-то и в дверцах места поменьше. Ну, побольше, мне кажется, вот здесь место. Так, потеряли мы папу. Где-то он застрял. А, вот он. Вить, мы здесь. Так, ну вот, LG машинки стоят 700 евро, 469 евро. Ну, это вообще какая-то такую, не знаю, некрасивая. 545 LG. Вот такая LG 435. Какая-то она, смотри, совсем узенькая. Посмотрели, да? Да, маленький объем. Это не... 1А. Так, 1А, да? А там какие? 3А, да? Так. Тут тоже маленький объем получается. Так, а здесь что? LG 419. 539. Ну, слушай, ведь на евриков 600-700 надо рассчитывать. Я надеялась дешевле купить, если честно. Да, LG все-таки такая, знаешь, фирма. Как бы нормальная. У нас холодильник LG. Так, машинки Bosch по 1000 евро. Вообще, да, ценники, конечно, не хочу. Мне просто стирала, отжимала, больше мне ничего не надо. Мне не нужны никакие навороты. Мне нужна просто простая машина. Не надо мне дорогую. Ну, вот это вот из всех мне нравится, это 700 евро. Это белый, я хотела серую купить. У нас все белые. Так, ну у них цена в 100, 150 евро у них цена получается, разница. Ну да, придется белый, наверное, покупать, хотя очень хотела серую я. Ребята, посмотрите, вроде наклейка, да? Она на наклейке светится. Как, посмотрите. Как интересно, наклейка вот так вот играет. Прикольно. Там какая-то батарейка где-то вставлена, наверное, нет? На батарейке. Да, и вот наша стиральная машина ждет нас.
и дешево, и сердито. Вот чем будем стирать мы. Вот. Раз-раз. Это как малютка, помнишь, была машина? Или вятка, как они назывались там. Ведь появилась здесь плита, которую мы будем менять, да, вот эту поверхность. У меня же разбита моя, со временем поменяем. 235. Все, появилась здесь тоже она как бы. В интернет-магазине тоже 235 стоит, поэтому разницы нет никакой. Мне даже была бы такая конфорка продолговатая обязательно. Здесь фирма Beko. У меня морозилка Beko стоит. Я своей морозилкой довольна. И вот они плиту предлагают тоже. Ну, 829 евро. Но она уже с вытяжкой идет. Ну, у меня вытяжка есть наверху. Поэтому как-то переплачивать за вытяжку нет смысла. У меня брат подарил электрическую зубную щетку. И после этой электрической зубной щетки я не могу пользоваться простой щеткой. Я настолько привыкла, что теперь не могу пользоваться простой. Но мне надо будет купить вот эту вот дополнительную насадку, ну, чтобы со временем поменять. Надо будет купить. Друзья, кто у меня спрашивал про хлебницы? Помните, я вам показывала в цены-клубе хлебницы? И вот здесь вот тоже есть хлебница. 22 евро, 30 евро. Вот такие вот хлебницы есть. Мне жопа попроще, совсем такие 12 евро. В общем, хлебницы есть везде. Ваза такая 9 евро. Я вам называю цены с картой клиента. Без карты клиента там 15 евро, да? Такая для фруктов. Сейчас вот смотрю, модно такие. У меня есть что-то похожее. Здесь как бы двойная идет такая, да? Дно такое двойное. У меня одинарное просто. Это стоит 16 евро. Айфона 15. Вот сколько это стоит? 15 плюс. Так, какая вот цена? 512 гигабайт. А ценники, не знаю, ну, вот такие ценники. 1200, 1300. 15-й айфона. Дешевле, чем 14-й. Ой, ведь посмотри, поставили такие столы. Раньше здесь не стояли, да, вот как варианты, да, украшать вот можно. А, да, вот. Это кухонные, я так понимаю, столы. Кстати, хорошая кухонька такая, цвет красивый. Во, расширяются тоже. Ой, какой маленький там столик, ведь посмотри. Это вообще такой малюсенький. 24,99. А куда же его ставить такой маленький? Также здесь комоды стоят. 119 евро. Без доводчиков, что ли? Ну-ка. Да, с доводчиком, думаешь? Я куда-то вверх показываю. Не сюда показываю, а вверх показываю. Что-то как-то неплохо работают доводчики. Нет, видишь, смотри. Ну, доводчик есть. Ну, ясно, короче. Ну, так себе, скажем. Не очень, не алло. Как красиво, да, украшено? Не украшены, а накрыты столы. Красиво сделали, молодцы. Что думаешь по этому поводу? Присесть? Да. Сейчас скажу. Ну, сейчас присядем. Сейчас скажу, удобно или неудобно. Ну, в принципе, no. Неудобно. 20 евро. Стульчик. Слушай, вид нормальный? No. Да. Цвет пола такой. Такие стульчики. Они мягкие, поэтому и удобно мягко сидеть. Ты не на пластике сидишь, а вот на таком поролоне, там что там, кожа? Внутри поролон, наверное, там, да? Я так думаю. Кожезаменитель или поролон, наверное? Так, мужу понравились еще вот эти стулья, но тут уже цена другая. Ну да. Не буду садиться, здесь места мало. Но все-таки присела, спинка неудобная. Вот люблю таких веселых людей. Вот просто приятно. Неудобная. Здесь такая, видите, как бы покатая спинка найдет, ну, как бы вот так. А здесь прямо вот так вот идет спинка неудобная. И цена дороже. Эти белые удобнее стульчики. Барные стульчики и такие, как вот барная стойка и плюс еще, смотри, да, полочки. Это вот для маленьких помещений. Очень даже, кто не может себе позволить сделать нормально, для нас это будет вдвоем, даже для четверых тут хватило бы, да? Да, и стульчики. Прикольно. 99 евро всего. И главное, хорошо, что полочка, да? В этом есть плюс. Да, здесь положить.
Тарелки поставил, да? Сразу достал, накрыл, еду принес. Очень пытается. Но мне, правда, дерево больше, конечно, нравится. Вот дерево лучше, чем вот это вот черное, да. А вообще мне нравится вот цвет. Только здесь полок нету. Вот этот цвет красивее, но полок нету. А здесь с полками. Нормальная. Ведь смотри, там кресла всякие стоят тоже. Ну смотри, поменялось за год здесь, конечно, ассортимент поменялся. Вот такое кресло. Но ценник 300 евро. Ну не знаю. Да, цены сейчас, конечно... О, диванчик стоит 249. Кресло 300. Может быть, здесь обивка дорогая, возможно. Диванчик дешевле, чем кресло получается. Наверное, зависит все от материала. Так, ну да, есть что посмотреть, ребята. Можно приезжать сюда, кто не был давно в Касинукай. Можете приехать тут походить. О, мой вакууматор 136. А я покупала, наверное, ну, чуть дороже, наверное, покупала я. Ну точно, это же мой. У меня точно $100. И внешне похож на мой. Не знаю, модель такая, не такая. Нет, или я 170 за свой платила. Но очень похож. Похожая модель на мою. Ну, что-то здесь корзины предлагают. Ну, такие примитивные, простые корзинки. Ничего особенного. Что здесь? Так, все пластик. Так, ну, нам это не интересно, правда? Свечи. Как красиво смотрится, посмотрите. Ой, очень красиво. Вообще просто обалденно. Просто супер. Свечи, смотрите, с деревянным фитилем. Это, наверное, который будет трещать тоже. Потрескивает, как камин. Кондишки, ну, нам, наверное, уже не нужна. А, и тут ценники такие. О, не-не. Это который внутри комнаты ставит, да, да ведь? Шуметь будет, и цена дорогая, и электричество будет кушать. Ну, как-нибудь так. У нас жалюзи нас спасают. Нас спасают жалюзи. Муж говорит, надо мне вот такое кресло на лоджию. Ну да. Сейчас присяду. А сколько оно стоит, интересно? Я не завалюсь, когда буду присаживаться. Сейчас как мимо сяду и упаду. Ай, не упала. Ой, хорошо. Ага. Очень хорошо. Надо брать. Где там мои? О, и вы там на фоне. Классно. Оно еще и крутится, посмотрите, как супер крутится, а? И мальчик там за мной подглядывает. Говорит, мама, я тоже хочу покататься. Говорит, мама, я тоже хочу. Да, Молли, Молли. Молли. Сколько стоит? Сейчас 119, а стоило 30. А где ты видишь ценник? А, 119, да? А стоило 30. А, ну нормально. Нет, 300 это без карты клиента, а 119 с картой клиента. Ну, разница, да? Вот, Вить, слышишь, вот такой вот пол еще делают многие на лоджию. У нас травка на лоджии, да, можно еще вот такой пол сделать. А, да, вот он. Да, вот так вот. Да, вот так вот смотрится. Готов. Тоже мне нравится. Хорошо смотрится. Вот этот красивый цвет мне нравится. Муж говорит, наша травка тоже хорошо смотрится. Постелил и все, никаких проблем. А тут надо собирать, делать, короче. Ну да, наша травка тоже нормально смотрится. А я для тебя новую ванну нашла. Будешь вот в этой мыться. Ты доволен? И поливать будешь. Да, и поливать будешь. Да, вот так вот я тебя буду поливать. Мы так будем воду экономить, понял? И дешево, и сердито. Вот кофе для моего капсульного аппарата. Здесь по 3 евро, кстати, можно купить. Но еще такая более-менее терпимая цена. И посмотрите, уже везде эти лягушки. Скоро будет везде, на любом товаре, где кофе, где какао, что содержит, везде эти будут лягушки ставить. Кто боится лягушек, это не для вас. Я лягушек не боюсь, поэтому я покупаю такой товар, даже не смотрю на это. Это, наоборот, вроде как экологически чистый товар считается. 7 евро.
7 евро. Неплохо, кстати, да, такое полотенчика? Но... Не знаю, как они впитывают, хорошо или нет, но хорошее полотенце. Очень хорошее. Давайте посмотрим картины. Это, как я понимаю, студенты, да, ведь, наверное, да, которые рисуют? Пишут картины. Я все рисую, все стараюсь неправильно сказать. И где-то должен быть номер телефона, да, если что-то понравилось, можно позвонить и купить картину. Раньше висело всегда на стене, висело всегда данные все висели. Сейчас что-то я не вижу данных. Я люблю вот природу, когда вот рисуют, пишут. Очень красиво, посмотрите. Вот нравится. Еще такая рамка красивая сделана под старину. Вот эта картина очень красивая. Сколько она стоит? 450 евро, да? По-моему, или сколько сейчас? 350. Красивая картина. €180. €300. Вот хорошо, вот это, если у кого-то розовые обои, какие-то светлые, очень красиво будет смотреться. Вот это вот классно вообще. Наша Рига. €150. €250. €80. €100. Ну, вот такие мне не очень нравятся. Так, а что там с другой стороны еще есть? €90. €130. €150. Вот такая мне еще нравится тоже. Очень хорошо, рамка подходит, очень. €100. Но из всех я бы купила бы вот эту. Как по мне, она самая такая, вот по моему вкусу. Ну, пойдем здесь походим. Тоже здесь давно мы не были. Пойдем, зайдем в Римчик. Это мы в Риме сейчас. Чемоданы здесь продают. €42. €59. Детский чемоданчик какой хороший. А, тут еще чемоданы есть тоже. €30 этот беленький стоит. Так, сколько этот стоит? Так, этот €86. Может, кому-то надо? Этот будет дороже, потому что этот побольше. Этот 99, ну, это, можно сказать, €100. Вот такие чемоданы еще есть. Такой стоит €60. Ты меня потеряла? Ты меня потеряла? Да, ты меня потеряла. Это, если что, не продуктовая тележка. А то, знаешь, кто-нибудь сейчас опять как-то на видео. О, продуктовую тележку, собаку посадили. Это Касину Кай тележка. Это, знаешь, как грязную картошку, мешок грязной картошки можно поставить в эту тележку, да? А чистую собаку нельзя посадить, получается. В Риме предлагают такую вот всякую посуду. А, это пластик. Я думала, это керамика. Нет. Я пластиком таким не интересуюсь. Так, здесь тоже все свечи. О, кстати, для моего количества картофеля, лука, очень такое небольшое, маленькое ведерочко, в самый раз. Только единственное, что не дышит. А ведь здесь можно дырку просверлить и будет дышать. И все. Сейчас по акции €7. Ребята, кто варит варенье на сахаре для варенья, он с пектином идет, его надо в два раза меньше, чем простого сахара. Сейчас акция €59. Это магазин Реми, если что. И кто, я собачку там увидел? Собачку? Да, тут.
собачка. Малька не видит никого, а Малька даже не замечает. Смотри, собачка. Ой, увидела. Сейчас как залает моя. Ну, смешные такие. Встретили, да, да. Ну, все, познакомились, поздоровались, все. Ну, все, пошли. Ты такой красивый, да, ты такой красивый, красивый, да. Это мы опять к кассе НК, я вернулась за кофе. Нашла карточку просто эту, которой рассчитываться надо. Сначала не могу ее найти, поэтому вернулась. И хочу показать вам такие вот платы. Накладывать, сервировочные такие. Это я пропустила, не показала вам. Очень хорошо смотрится. Особенно будет хорошо на даче где-нибудь смотреться. Здесь в кассе НК еще вот есть такие полочки, где все по евро. И по евро, кстати, вот всякие баночки есть хорошие. Мисочки. В общем, все по евро. Ледницы. Прищепочки у меня такие есть. В Риме этот кофе, да, я посмотрела, стоит 4,35 или 4,50, где-то так стоит. Здесь все-таки 2,99. Нашла карточку и все-таки вернулась за ним. Да, кстати, для Dolce Gusto тоже здесь дешевле, да, вот по 5 евро стоит с картой клиента. В других магазинах будет дороже, видите, поэтому у кого такие аппараты, здесь кассе-НК дешевле получается. Смотрите, какие бочки. Красивые. Вот такие парилки. Можно попариться. И сколько они стоят? А ценника не видно. Ребята, в кассе НК тоже продается этот соус острый. Помните, вы спрашивали, где можно купить? Вот, в кассе НК тоже можно купить. Это мы находимся в кассе НК, как это называется район? Ведь Тингаракс или как это называется? Да, мы здесь как бы находимся. В Тингаракс или как этот район называется здесь? Это кто спрашивал? Муж очень любит этот соус острый, итальянский. Находится в отделе, где живое пиво. Правильно, это живое пиво, да, ведь? Напротив касса НК. А вот касса НК и здесь этот отдел. Сейчас такой прикол был. В Римчике, когда рассчитывались, мы кассирша там просчитала, там все. Пока мы там продукты складывали, она вышла из-за кассы и начала нашу Мольку тискать. Потискала, поцеловала, села за кассу обратно и обратно начала работать. Представляете, как мы смеялись. Мы говорим, мы к вам еще вернемся завтра поздороваться. Она говорит, приходите. Такая смешная кассирша, такая позитивная, да? А какие-то сейчас все позитивные такие были. Это, кстати, потом, когда пошли в кассу на кай за кофе, и я решила считаться часами. Думаю, получится или не получится. Приложила к терминалу часы и получилось. Теперь мне не надо лазить ни в сумку, ни за телефон брата, чтобы рассчитываться. Просто часы приложила и расчесалась. Так удобно, ребята, вообще. Все-таки часы – это для удобства. Как мне в комментариях писали, как бы, ну, женщина покупает часики как бы для красоты, да. Ну, я покупаю, ну, какие-то там красивые, кто какие покупает, там, кто золотые, кто какие. Я купила себе чисто для удобства. Я через них могу с мужем вот за рулем, когда вот я мужу звоню, я через них разговариваю, очень удобно, мне не надо отвлекаться, да. Просто здесь кнопочку нажала, и сразу у меня муж набирается. И сейчас в магазине тоже. Просто приложила и рассчитала за товар. Это очень удобно. Только единственное, что карту клиента электронную показала, не годится. Физическую показала, не годится. Все старое сказали, надо новое. Ну хорошо, сзади люди стояли, там они свою карточку приложили. Иначе у меня кофе не получился бы по акции, без карты. Но очень хорошо, что купили кофе по акции, понял? На мою карточку проверили, сколько она проходит. Ну, твоя-то рабочая, моя римовская. Тоже у меня не рабочая, тоже электронная. А эти электронные, они там
теряются. Надо мне как-то отдельную папку сделать и завести все эти электронные карточки в одну папку. Потому что не могу найти просто. Неудобно. Ладно, друзья, наверное, будем заканчивать. Я думаю, видео уже нормально получилось. И как всегда по традиции, вы знаете, кто не подписался на канал, обязательно подписываемся, ставим лайки, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну и, конечно, нажимаем на сердечко. Супер спасибо. Всем пока. Мы с вами прощаемся. Всем пока. Пока. Друзья. Пока.